Вы знаете, неправда, что работы в деревне нет. Люди, которые хотят работать, они найдут себе работу в любом месте. Потому что так же можно и в городе сложить руки и сказать, у нас нет работы. Мы жили в районе, как бы, да, муж работал в Твери, вот в области, мы пытались снимать квартиру там какое-то время, но когда у нас родился первенец, наш сын, ну, мы вообще не городские, просто сами по себе, и он говорит, давай вернемся, но домой, ну, нет сил жить в городе, и мы здесь купили дом, это было 11 лет назад, 12 даже уже. Век 16-й, не урожай, и мор, время смутное, литовцы и татары, земли новгородские в разор. Опустили от опричин и пожаров. Зарастают пустошь толмачи, не хотят селиться тверичи. И тогда по приглашению царя Карел Афинами заселится земля. Да пускай все, что говорят, я правду скажу. При коммунистах было, да? Если я 2000 гектар засевал, ну, председатель колхоза Толмачевского, да? Если он потерял 100 гектаров, ему выговор делали. Он должен не 2000, а 2100 гектаров засеять. Он пашник должен... А сейчас у нас получилось, все пашни загубили.